Здравствуйте, друзья. Вы попросили меня рассказать подробнее о партнерской программе проекта Visiting Card Bot. Что я с удовольствием и делаю. Надеюсь, это поможет и вам, и вашим партнерам разобраться с этим интересным проектом. Итак, партнерская программа предусматривает выплату трех видов вознаграждений. Первый из них – это цикличный бонус. Чтобы начать получать вознаграждение в этой системе, нужно купить один из тарифов. Либо старт $25 в год за пользование программой «Визитка», бот, который поможет вам развивать ваш бизнес в интернете, например. Либо Basic $50 в год и так далее. 7 уровней, 7 тарифов, верхний диамант $1600. То есть постоянное удвоение происходит суммы до $1600. Как только вы приобрели, допустим, возьмем пример с тарифом $25, вы приобрели этот тариф, вы оказываетесь в живой очереди. То есть здесь происходит выстраивание всех партнеров, которые приобретают этот тариф, в одну цепочку, один за другим. Как только за вами появились 4 человека, неважно, кто их пригласил, вы вообще никого не приглашали, а кто-то где-то в Африке, в Америке, в Европе или в Азии кого-то приглашает, кто-то регистрируется, приобретает этот тариф, и он сразу же занимает следующее свободное место. Как только за вами появилось 4 человека, цикл закрыт. То есть 4 человека за вами – это цикл. Вы получаете вознаграждение в размере 1% от того, что оплатили эти 4 человека, то есть 25 центов с каждого из них, 4 на 25 – получается $1. Вот за этот цикл вы заработали $1. При этом сразу же вы заходите на следующий цикл. И таких циклов может быть огромное количество. Но выплачиваются деньги на ограниченное количество циклов за сутки. В зависимости от того, какую вы займете позицию на карьерной лестнице, то есть ваш статус, допустим, партнер, если вы никого не пригласили, то до 5 циклов 20% вы можете зарабатывать в сутки. Если же вы пригласили хотя бы одного партнера, вы становитесь наставником и получаете вознаграждение в размере 28% в сутки, то есть за 7 циклов вам будут выплачены вознаграждения. Пригласив 2 человек, вы становитесь лидером одной звезды и начинаете зарабатывать до 40% в сутки, то есть за 10 циклов. Лидер 2 звезды получает вознаграждение до 60% в сутки или до 15 циклов будет ему оплачено за эти сутки. Как стать лидером 2 звезды? Нужно не только пригласить 2 человек, но и помочь им стать лидерами 1 звезды, то есть пригласить по 2 новых партнера. Легко, просто, красиво. Что это в деньгах? Давайте разберемся. Ну, возьмем минимальный вариант. Вы партнер, никого не пригласили, выбрали тариф $25. Значит, в сутки вы можете получить до $5 или до $150 в месяц. Если же вы активный человек, пригласили 2-3 человек, помогли 2 хотя бы пригласить еще по 2, все, вы лидер 2 звезды, получаете максимальное количество выплат в сутки в том же тарифе $25, это до $15 в день или до $450 в месяц, в 3 раза больше, нежели партнер. Если же вы партнер, который дошел до тарифа $1600, вы начинаете получать в сутки до $320 или до $9600 в месяц. Конечно, это маловероятно, что кто-то зайдет и сразу заплатит $1600, но это глупо, во-первых. Я считаю, что нужно постепенно подниматься, и лучше всего подниматься автоматически. Здесь есть такая возможность, не инвестируя дополнительных денег, дойти до тарифа $1600. Я расскажу чуть позже о том, как это происходит. Если же вы активный человек, который пригласил и помог 2 людям пригласить еще по 2, то вы за тот же самый тариф $1600 получаете в сутки до $960 или до $28800 в месяц. Серьезные деньги. Единственное, что я не совсем корректно вам говорю, вы будете получать больше,
Потому что вы будете получать и в тарифе $25 своя цепочка, и в тарифе $50 вторая цепочка, и вы получаете с обоих, если вы оплатили и тот, и другой тариф. Третья цепочка – $100 и так далее до седьмого уровня, седьмого тарифа. Там седьмая цепочка за $1600. Там выстраиваются люди один за другим точно так же, как на уровне $25. Вопрос только, как дойти до этого. Ну, давайте подведем такой короткий итог. Цикличный бонус интересен тем, что вы начинаете получать свое вознаграждение практически моментально, так как все это происходит со всего мира, и по этой системе переливов чужих, совершенно незнакомых вам людей, приглашенных другими партнерами, все это оказывается за вами и помогает вам получать вознаграждение по очереди. Причем 35% этих средств появляются на накопительном счете, а 65% на основном счете. Вы будете получать свои вознаграждения в цикличном бонусе до 300% от стоимости тарифа. Как только вы заработали 300%, из которых примерно 100 идет на накопительный счет, а 200 на основной счет, эта позиция исчезает и открывается новая. Причем вы можете ее приобрести сами, либо она будет приобретена автоматически из средств, накопленных на накопительном счете. Потому он и накопительный. То есть эти деньги на накопительном счете используются для оплаты новых клонов, либо новых тарифов. Если вы сами этого не делаете принудительно, то это делает система за вас автоматически. Вы будете и заходить на новые циклы, на новые клоны, и подниматься по уровню тарифа в автоматическом режиме. Если же вы не хотите ждать, пока это произойдет автоматом, повторю, вы можете это сделать принудительно раньше. Либо из тех денег, которые там накопились, либо докинув туда необходимую сумму, либо через систему Payeer, либо с основного счета. С основного счета деньги ваши с первой же секунды, вы можете их выводить на внешний счет, допустим, на Payeer, можете использовать для каких-то покупок, либо вы можете их переслать любому пользователю этой системы по внутреннему переводу. Деньги вы отправляете с основного счета, но он получает на накопительный счет. Кроме цикличного бонуса есть еще два вида вознаграждения. Личный бонус – это деньги за активацию тарифа вашим лично приглашенным партнерам. 20% он составляет в зависимости от стоимости тарифа. То есть и на тарифе $25 вы получаете 20%, то есть $5, и на тарифе $50 20%, то есть $10 и так далее. И на верхнем тарифе «Диамант» вы получаете 20% от $1600, то есть $320. Но если человек, которого вы пригласили, пригласит еще кого-либо, вы начинаете получать третий вид вознаграждения – матчинг-бонус или доход от дохода. Это 40% от того, что получит как личный бонус ваш приглашенный лично вами человек. Вы пригласили первого, первый заплатил $25, допустим, вы получили $5, то есть 20%. Он пригласил опять кого-то, он получает 20% личный бонус, а вы получаете матчинг-бонус в размере 40% от суммы его вознаграждения. Если это тариф $25, от $5 40% – это $2. Если это будет выше тариф, то, естественно, это будет больше. Итак, вы получаете 40% от суммы вознаграждения вашего лично приглашенного, либо 8% от стоимости тарифа от второй линии. Итак, друзья мои, мы получаем три вида вознаграждений, которые распределяются, повторюсь, личный и матчинг-бонус, зачисляются все 100% суммы на основной счет. В цикличном бонусе идет разделение 65% на основной счет, а 35% зачисляется на накопительный счет для того, чтобы эта система работала дальше, не останавливалась, и вы росли в ваших заработках. То есть, чем выше вы будете подниматься по тарифам, тем больше вы будете зарабатывать. Я очень надеюсь на это, по крайней мере.
И вот эти 35%, которые начисляются на накопительном счете, будут автоматически поднимать ваш статус, стоимость вашего тарифа, а значит и количество цепочек, в которых вы зарабатываете. Но если вы не хотите ждать, вы можете это сделать быстрее, либо из денег, накопленных там, в результате того, что вы получаете вознаграждение за циклы постоянно. И вы можете увеличивать количество клонов. Это также имеет смысл делать, потому что судите сами. Предположим, у вас всего лишь один бот, то есть одна позиция. За $25 вы вошли в эту систему, никого не пригласили. Но начинаете зарабатывать, и у вас на накопительном счете накопилось еще $25. Вы берете и приобретаете еще одного клона. То есть еще раз оплачиваете тариф $25. И у вас уже две позиции приносят вам до $5 в сутки. Итого 10. А если у вас 10 таких клонов, значит, вы будете получать в 10 раз больше. То есть до $50 в сутки будет выплачиваться на ваш накопительный и основной счет. А если у вас будет 20 таких клонов и так далее. То есть сами посудите, насколько больше эффективность, когда работает не один, а несколько клонов. Но решать вам, как вы будете достигать этого успеха. Самое главное, я вам желаю этого успеха достичь. Успеха, выраженного в хорошей, стабильной зарплате в этом проекте. Я вам искренне этого желаю и приглашаю на следующие презентации школы. Спасибо за внимание. До свидания.